Ну, ты про прошлый сезон заговорил. И... Ох! Да, хороший бросок. Давай отметим, что, в принципе, Магнитогорск играет очень здорово. Вот. А, 3 победы, 1 поражение, но вот сейчас забивает, наконец-то, Салават. А, это Кадейкин. И самое главное, посмотреть на реакцию. Александр Кадейкин, 26-летний. Шайбу свою забрасывает с пятачка. Мы уже отметили 2 момента у Кадейкина в этой встрече, когда он Воробьев затащил хорошо шайбу. И Лисовец здесь подключился. Дальше отвоевал шайбу опять на Воробьева. И уже забыли одного Кадейкина на пятачке. Учитывая те огрехи, которые были при броске буквально за несколько секунд до этого, в большинстве, тут Кадейкин точно положил в дальний угол. Да, сейчас вот так вот сразу же со старта периода получают шанс хоккеисты Салават Юлаева забить. И здорово, о-о-о, как все реализует. Вот Гранлунд передачку какой делает. Мы видим, что Манин, да, забрасывает шайбу. Именно он первым оказался, потому что там несколько человек было. Посмотрите, Хартиканин спустился. И вот в ту кучу закидывает на подставление. Тут тяжело что-либо сделать, тем более если на одного игрока меньше. Но отметим Гранлунда, который точно нашел именно Сакари Манина. Ларсен. Нет, разворачивается Сошников. И вот бросок и гол! 4-3. Ай да Салават Юлаев. Ну, прибавила команда в третьем периоде. Тему Хартиканин 4-3. Но это тоже Хартиканин дождался, да, когда ему отдадут на пятачок, поскольку на пятачке Манни. На подставлении, если от Гранлунда идет прострел. А здесь уже давайте похвалим Никиту Сошникова. Помните, он за сборную в прошлом сезоне забрасывал в дальние девятки с своей точки, хотя и левый хват у него, да, из дальней стороны. Но из-под Пашнина он мог здесь и бросить. Но вот эта подкидочка, она, конечно, дорогого стоит. Тут уже не знаешь, от кого ждать. Сошников. Сошников тоже обладает, конечно, шикарным броском. И по точности, и по силе. Нет, пока не дают. Пауза. И что это? Опять суперпас Маркуса Гранлунда. И король пятака Хартиканин 4-4. Да, и Хартиканин делает дубль сегодняшней встречи. И самое главное, сравнивает счет. Давайте похвалим Сошникова. Посмотрите, на себя он вытащил Хлыстова, защитника. И вот с разворота отдал на Гранлунда. Как же тонко они играют, а? Все-таки чувствуют. Тут вроде бы от Олкинуора тоже шайбочка так немножко отскочила на Хартиканина.